те далекие времена, когда в России еще не было баров и ночных клубов, главной дискотекой в любом городе был цыганский табор. Именно там можно было выпить, побороться с медведем и даже закружить танцы молодую красавицу. Так что давайте и мы с вами сейчас махнем к цыганам вместе с Глебом Матычуком. Сингарелла, Сингарелла, как глаза твои сверкают. Отчего стучит так сердце, отчего оно так тает? Сингарелла, 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 отчего дрожат так руки? Видно, слишком много страсти, и в крови и сердце стуки. Сингарелла, Сингарелла, струны, как любовь цыгана, зазвучат пыльно и пряно, лишь в объятия атамана станешь от любви. Сингарелла, Сингарелла, под гитару в брызгах вины. Я твое целую тело, страсть ползет дорогой длинной. Сингарелла, Сингарелла, струны, как любовь цыгана, зазвучат пыльно и пряно, лишь в объятия атамана станешь от любви ты пряна. Сингарелла, чербичалы, усма моя тут-то бела, чуешь мимо, как во плаче. Сингарелла, Сингарелла. Помогал ему настоящий цыган с простой русской фамилией Михаил Иванов.
Вот так вот песня Михаила Шафутинского вдруг обрела новое звучание в исполнении Глеба Матвейчука. Можно я первый скажу? Конечно. Ты давно уже вышел за пределы всех понятий вот этих, в каком стиле, три аккорда или какой-то вокальный фестиваль имени какого-нибудь там большого артиста, например, Доминго или Паваротти и так далее. Ты можешь участвовать в разных фестивалях. Ты решил участвовать здесь. Для этого выбрал песню «Сингарелла», потому что тот же Шафутинский является исполнителем шансона. И эта песня, она очень такая цыганская, такая все. И ты все с ней сделал все хорошо. И спел, и ноту, наконец, взял ту, которую от тебя ожидали. Ну, ту самую клевую, высокую ноту. Ты был безупречен. Даже костюм подготовили. Боже. Короче, Глеб – туз, а Михаил Иванович – два туза. Отлично. Специально для вас. Ой, да закружилась, ой, да закружилась голова. Ой, да не от зеленого, да крепкого вина. От темных глаз, от тела до волос. Ой, да закружил меня мой ангел, да понес. Погоняй, старик, коней на водопой. Да, милушка, голубушка, погляди со мной. Михаил Иванов. Вот за этот номер можно ставить туза. Ну и поставьте. А за прошлый нет. Вот в сравнении с этим номером за прошлый короля, за этот можно поставить туза. Донна Елена, цыган берем и едем к Яру с тузом. Я не скажу, что это лучший номер, ни в коем случае. Но здесь симбиоз всего. Делать и не в оркестре, в костюмах, все-таки... Артист, Глеб. И это очень сильно цепляет. Туз, а куда ты смотришь? Я с тобой разговариваю. О, доминирующая такая. Да я шучу, Глебушка, конечно, шучу. Александр Яковлевич. Здесь спето все хорошо, все замечательно. Как она исполнена, этот туз, аранжировка не должна человеку мешать зарабатывать баллы. Туз. Лен, ты куда? Да. Вот это был выход. Вот это лучше, чем туз. За это можно все отдать. Итак, три туза и король у Глеба Матвейчука.